каким вам видится завтрашний матч? Сибирь же разбирали. Ну, это достаточно крепкая, боевая, истинно сибирская команда, которая будет очень хорошо мотивирована, потому что они находятся внизу турнирной таблицы, им нужно брать очки. Плюс, как всегда, мотивация на наши игры, как показывает практика у команд соперников, достаточно высокая. И я думаю, что будет сложный матч и для них, и для нас. Ну, кто выиграет больше единоборств, борьбу, страсть, азарт, я думаю, тот и победит в завтрашней игре. А на этой неделе появилась новость, что Бенито получил вызов в сборную. Как вы восприняли эту информацию? Очень хорошо. Значит, мы двигаемся в нужном направлении, развиваем молодых футболистов. И то, что он получил вызов в Олимпийскую национальную сборную, мне льстит, по крайней мере.